Еще больше «Ласточки» назначены дополнительные скоростные поезда с сообщением «Иваново-Москва», «Москва-Иваново». С 11 февраля в расписании появляется дополнительная дневная пара. Из города Невест «Ласточка» будет отправляться в 13:36 и прибывать на Курский вокзал в 17:24. Из столицы поезд будет выезжать в 14:04 и в 17:59 он прибудет в областной центр. Ночной, утренний и вечерние рейсы также сохраняются. Помните, была встреча с жителями у нас перед Новым годом, и часто говорили, что там билетов не хватает иногда, и вот есть у нас ночной поезд, не очень удобный, и жители просили дневной поезд, дневную «Ласточку». И почему этого нельзя было сделать сразу? Потому что это дневные поезда, когда идут скоростные, наш «Ласточка» скоростной поезд, связан с расписанием электричек в Московском транспортном узле. И как каждый поезд, это такая серьезная технологическая настройка. Но вот сейчас мы с РЖД договорились, что с 11 февраля у нас появляется дополнительный. Все остаются поезда, которые есть, плюс появляется дополнительный поезд.